Кирюху везу на уроки, смотрите, ИНИ. То есть, значит, был ноль и даже может быть минус у нас. Но вот такое утро классное. Морозец. Видите, все машины в ИНИ. Вон пар идет. Как зимой. Кирилла привезла в школу. У ней сегодня экзамен. Это как пробный все-таки, я так думаю, что это как местный тестовый ЕГЭ, ГИА, вот что-то такое. Но это в тестовом режиме, то есть он ничего не дает. Вот видите, люди в школе, дети в школе. Их всех разделили по классам, парты будут стоять на расстоянии. В общем, на student parking я его высадила. Сейчас, кстати, 0 градусов, вот я уже показывала, посмотрите, иней на траве. Вот, и надо будет в час дня Кирилла забирать. Ничего с собой нельзя, телефон у них заберут, в зиплоки уберут, в пакеты. Разрешили только с собой калькулятор, по-моему. Вот, так что Кириллу удачи. Не знаю, когда будут результаты экзамена. Готовился он так себе. Так, посмотрим. Все, мы приехали Кирилла забирать. Он написал свой экзамен. Привет. Привет. А кто тебя провожал? Ну, он все провожает. Это так надо? В школе рабочий. Да? Но он тут стоит, контролирует, чтобы не подходили близко друг к другу. И не трогали друг друга. Серьезно? Кошмар какой. Ну что, как экзамен прошел? Нормально, легче намного, чем я думал. Легче? Чем тебе давали вот эту табличку? Чем я думал. Чем ты думал? То есть ты, в принципе, справился, да? Ну, да. Не знаю. Ну, поздравляем тебя. Так, ну что, у нас заканчивается Новый год. Убираем елку. Каким образом это можно сделать? Так вот, здесь просто так выбросить елку нельзя. Можно до определенного числа. А здесь в США у них это, по-моему, 2, 3, 4 января. Я, честно говоря, даже не знаю. Вот. Выставляют контейнеры, куда можно отнести организованно свои елки. Если ты этого не сделал, то ты обязан ее пилить по частям. Что сейчас мы будем делать. И выносить кусочками в контейнер для мусоропереработки. Вот уже пакет. Верхушку отпилили. Игрушки все сняли. Сейчас мы все это в коробочку закроем, уберем и до следующего года. Ты все, поехал? Собираешь? Вот. И еще у нас посылочки, да. Отправляем, да? Да, там полная машина еще. Да, я сняла туда несколько этих. Сколько сейчас, 12 штук? 12 только, да. Больше не вмещается просто в машину. Да, они все битком. Каждая коробка по 20 килограмм. От 15 до 20 килограмм. Так, вчера было 9. Да. Вчера еще было дома. 9, сегодня 12. И завтра штук столько же, 12 будет. 12, да, осталось? Не, больше. Всего 3. Больше, 35. Мне кажется, больше, да. Я пошла за пиццей. Ну, давай. Какую пиццу будем брать? Я не знаю, кстати, какую брать. Всю сырную только или с пепперони пополам? Ну, сделай пополам. Ты будешь, она острая, пепперони? Давай, давай. У нас ничего кушать нет, мы решили сегодня пиццу взять на ужин. Ну, давай. Кушать у нас есть. Ничего не готово. Команды подумают, что мы голодаем. Ну да. Может, высылать будут посылочки? Ну да. А я поехал, пока бензин заправлю. На Коско по карте хорошая скидка. И кэшбэк 4%. У нас, видите, какой дождик идет. Для Калифорнии просто погода какая-то невероятно холодная. Ветер сильный, дождь идет. Ну, дождь мелкий, но очень неприятный, такая изморозь. Привыкаешь, когда вот в Калифорнии все время очень-очень сухо. А вот дождики бывают редко. Как бы организм, видимо, отвыкает от влажности. И когда вот дует ветер и идет мелкий дождик, ощущение, что невероятно холодно. Так, а я заправляюсь. Смотрите, цена. $2.92, почти 93 за галлон. Это 3,75 литра. Бензин очень сильно подорожал. Еще вот буквально пару месяцев назад, наверное, 2,40 он здесь был. Вот. При этом хочу напомнить, что в Калифорнии
бензин стоит на примерно доллар дороже, чем в среднем по Америке. Только в Калифорнии есть дополнительный налог экологический, где-то в районе доллара на галлон. По Флориде сейчас, я думаю, где-то он доллар 80, доллар 90 стоит. Так это вот здесь такая цена. А если взять обычную заправку, какую-нибудь Shell, вот, неважно, Mobil, тут обычные заправки, да, то там сейчас цена где-то 3.30. Здесь вот такая цена, только для обладателей карта Costco. Вот видите, нужно сначала вставить как бы членскую карту, а потом уже ту карту, которую оплачиваешь. И кэшбэк получается 4%. Вот, поэтому мало того, что цена, например, на процентов на 30-40 здесь дешевле изначально, еще и 4% кэшбэк. Поэтому Costco — это самые выгодные заправки, наверное, в Калифорнии. Да вообще и по всей Америке за счет этого хорошего кэшбэка. Так, я заправился. Поехали Настю забирать. Настя там затаривается в магазине. Так, я сегодня в Костко захожу. Видите, шинный центр. Здесь можно колеса заменить, отремонтировать, поменять. В общем, много-много всего. Вот. А я сейчас не через магазин. Еще 100 лет не шопилась. Уже 100 лет не шопилась, а я иду купить пиццу. Купить пиццу, потому что мы решили, что сегодня у нас на ужин будет вкусная большая пицца. Вот сейчас мы ее вот так закажем. Давайте вместе с вами выберем. Видите, половинка 9,95 большая пицца. Так, что у нас тут не сработает? Ну, так. Вот видите, добавилась она 9,95. Один кусочек пиццы $1.99. Есть сырная пицца, пепперони или пополам. Вот я выбираю пополам. Так, все, я заказала пиццу, оплатила здесь же через аппарат. Мой номер 174. Когда будет моя пицца готова, она будет в том окошке лежать. Вот. Если хочется очень сильно перекусить, можно купить хот-дог. Он огромный на самом деле. За $1.50 большой хот-дог и большая чашка, большой стакан колы или любого другого напитка. Вот пицца. Здесь еще всякие вкусности выпекаются. А бывают еще здесь вкусные палочки с корицей. Сейчас что-то я этого не вижу. Очень интересно. Они прям здесь же готовят. Пицца очень вкусная, мне нравится. Вот, а здесь выдают это пикап, видите, написано товары. Когда берешь картонку, например, часы, телевизор, приходишь сюда и подаешь свою картоночку, которую ты пробиваешь на кассе, и покупаешь, ну, тебе выдают товар, который ты вот уже купил на кассе. Вот, кстати, меня просили снять, это миноксидрил для мужчин. Средство против выпадения волос. Я вот, честно говоря, не разбиралась. Это какая-то пенка. Вот. Втирается в волосы. И волосы, говорят, быстро растут. Нельзя использовать для женщин. Вот. 6 пузырьков по 60 грамм. $50. Только пенку вижу. Так, я думаю, что пицца моя готова. Наша готова. Дети дома ждут. Пойдемте проверим. Видите мой аппарат? Anything else? No, thank you so much. Right. Все, купила я пиццу. Ждала, наверное, сколько? Минут 5? Реально. Вот, она горячая-горячая. Поехали домой. Приехали домой. Сейчас будем пить чай с пиццей. Я хочу сразу пояснить по поводу стоимости бензина. Просто предвидя комментарии, что вот, все дорожает, инфляция. Не только в России, как бы на тот же бензин. Я вам хочу сказать так. Здесь бензин напрямую зависит от стоимости нефти. Как вы знаете, за последние 3 месяца нефть подорожала в 2 раза. Поэтому и бензин пошла цена вверх. Если вы помните полгода назад, когда цена на нефть падала, я вам хочу сказать, что каждый день цена на бензин снижалась.
Вот до пандемии, до всех этих дел, цена была примерно на том же уровне, что и сейчас. Сейчас цена вернулась. Но и нефть стала 60, она и тогда стоила примерно 60-65. Поэтому цены на бензин здесь, они постоянно туда-сюда гуляют, в зависимости от биржевой цены на нефть. Вот, как-то так. Ладно, пошли мы чай с пиццей кушать. Так, ну что, у нас пицца зашла очень даже хорошо. Дань, тебе как, пицца понравилась? Понравилась. Моя. Твоя? Вот так вот. Ну ладно, пока-пока. Пока-пока.